миротворческого контингента силой до усиленного парашютно-десантного батальона. Вы знаете, что он здесь уже находится 3 месяца, этот миротворческий батальон. Что батальон пройдет, встанет батальон, район нашего батальона миротворческого. Да. И будет там находиться, обеспечивая нормальную работу. Периодически нас наращивают усилия только на постах. И контролируя зону безопасности. The battalion will be deployed in Urta and will ensure the как и 15 лет, если здравый смысл сегодня победит, на территории Зугдинского района будут продолжать цвести, выращиваться фрукты и овощи, будут жить люди не хуже, чем 15 лет. Ни одного выстрела не произойдет. И ни одна незаконная группировка, вооруженная или невооруженная, ни с той, ни с другой стороны, на территории зоны безопасности действовать не будет. Благодаря бестолковости, политике и отсутствии здравого смысла. Единственный, кто сможет вам здесь создать мирные условия, но вы их сами знаете мало. Если начнется столкновение, я вам уже не в состоянии гарантировать. Есть здесь или нет те формирования, которые здесь не должно быть. Вот это мы и должны делать. Они здесь находятся, для этого мы здесь находимся. Аннексию Грузии. Я так считаю. Потому что здесь такая ситуация, что хорошо. Вы же бомбили. Скажите, что бомбили. Так предварительно вы же разрушили город Схинвал. Обо всем мы договорились, не будет никаких проблем. Да никому они не нужны проблемы. Я им пытался. Попасть, проехать. Вот здесь, сайт, сайт, сайт.